Прошло больше 2000 лет после того, как Иисус крестился в реке Иордан. Вместе с ним вошли в реку и грешники. С тех пор христиане отмечают крещение Господне. Праздничные богослужения прошли по всей республике, а традиционные купания еще продолжаются. Давай. Я не могу. Давай. Олег, давай, поможем. Все с тобой. Три раза не рискнула, потому что чувствовала, задыхаюсь. Да, ну, хотя бы первый раз для себя сделать вот этот шаг, мне кажется, уже, может, на следующий просто уже не так страшно. Кто-то первый раз сегодня окунулся в ледяную воду, кто-то не изменяет традицию уже много лет подряд. Площадка центрального пляжа встречает всех желающих окунуться в ледяную воду в столь светлый праздник. Оборудованная площадка для проведения крещенских купаний начала работать с вчерашнего дня, с 15 часов вчерашнего дня, и в полном комплексе, в полном с учетом организации торговли, организации медицинского обслуживания, спасателей, службы безопасности, будет работать до 8 утра 20 января. Ощущение хорошее, очень отличное, все такое бодрое. Просто обалденное. Хорошее ощущение, как всегда. Я давно, уже много лет, поэтому здесь все хорошо. И вам рекомендую. Не боялись заболеть? Не боимся, потому что не первый раз, не первый год. А для любого православного это один из главных праздников. Каждый год вообще ходите? Да. Ну вот лично для вас что это значит? Просто испытать какой-то экстрим или что-то больше? Не, какой экстрим? Не знаю, это уже сила привычки уже. Это традиция. Как мать к вам еловые шишки? Ну что вам дает сила вообще, в принципе? А, сила духа. Сила духа, здоровья. Я уже 4-й год занимаюсь этим, я хожу. Так что я себя чувствую прекрасно. Для здоровья это отлично. Даже самые маленькие хотят искупаться наравне со взрослыми. Ты хотел купаться? Как тебя зовут? Вот так вот. Малыш обиделся, потому что его брат купается, а его не взяли. Ну ты, наверное, на следующий год будешь купаться, да? Но грусть быстро сменяется радостным смехом. Родители разрешили. Маленький лев поддержал христианскую традицию, испытал силу воли и духа. Настоящие мужчины, настоящие бойцы сегодня тоже изъявили желание принять участие в крещении. Я так понимаю, что это военный институт, правильно? Правильно. Так, это как, вас заставили или сами изъявили желание? Нет, сами, добровольно. Первый раз сегодня, да? Да, да. Первый раз хотим попробовать, какие чувства. Дальше, чтобы продолжали эти традиции. Решился на такой поступок, потому что очень хочется как бы тоже прикоснуться к этому, почувствовать это, все эти ощущения, прочувствовать на себе, каково это. Расскажите, сколько чая вообще заготовили, если в литрах так брать? В литрах, ну, заготовили на 1000 человек. На 1000? Да. Хватает вообще? Хватает. Людей мало, немного сегодня. Так что чая хватает. А расскажите, что это за принцип вообще вот готовки чая, как это происходит? Ну, как обычно, как и дома. Как вода, вода кипит, запариваем чай, сахар, все. То есть у вас постоянно он горячий здесь? Да. Дрова подкидываете, подкидываете, подогреваете? Подогреваем постоянно, чтобы был теплый. Чтобы можно было согреваться. Считается, что крещенская вода имеет особую благодатную силу. А если вы хотели, но еще не осуществили омовение, поспешите. Палаточный городок, выпечка, горячий чай – все это ждет вас на столичном пляже. Но главное все же не сам обряд, а его смысл и ваша вера. Яна Маус, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал.